утром солнышко встает, нас на улицу зовет, смотрит весело с небес. Просыпайся, Шишкин лес, родники в траве звенят, брызги радугой стоят, смотрит солнышко с небес. Улыбайся, Шишкин лес. Зубок, а вот как ты думаешь, зачем енот сразу нас двоих за себя оставил, а? Ну вот разве я один не справился бы, а? Ну, или, например, ты? Ну, я думаю, чтобы нам скучно не было и не обидно. Если бы он одного тебя оставил своим заместителем, мне бы было, ну, немножко обидно. Ну да, мне бы тоже. Если бы он только тебе свое место доверил. Так что это он здорово придумал нас двоих за себя оставить. Ну что, Зубок, я тебя поздравляю. Да? А с чем? Да как ты с чем? Ну подумай. Мы же сейчас не просто так. Мы вместо енотыча. А значит, мы что? Что? Как взрослые. О! Взрослые! Ура! Взрослые! Это хорошо? Ну как же! Маленьким всегда чего-нибудь велят. Что-нибудь не разрешают. Все время делают замечания. А взрослые-то, ну, что хотят, то и делают. Никто им слова не скажет. Да-да, действительно. Вот ты чего сейчас больше всего хочешь? Ну я? Ну, а я даже и не знаю. А я знаю. Я больше всего хочу на диване поваляться. Да, часа два, не меньше. И чтоб никто меня не сгонял, уроки делать не отправлял. Да, жаль, тут дивана нет. Я вообще не понимаю, ну как-то можно без дивана? Енотыч! Енотыч! Ой! Это вы? Мы? А где Енотыч? У меня к нему дело. Шунечка, сегодня мы с Зубком за Енотыча. Вы? Ага. Ну, мы. Енотыч уехал по делам, а нас обоих за себя оставил. Так, выкладывай свое дело нам. А вы справитесь? Ну, Енотыч-то знает, кого за себя оставлять. Уж, наверное, справимся. Да, конечно, ну. Ну, хорошо. У нас на кухне соковыжималка что-то то работает, то нет. Почините, а? Пожалуйста. Соковыжималка? А? Слушай, Зубок, ты в соковыжималках что-нибудь понимаешь? Ну, не очень. Соковыжималка. Да ладно, успеем мы с ней разобраться. Меня сейчас больше интересует, ну почему? Почему? В мастерской нет дивана? Ну да. Слушай, Коксик, а может он это не помещается? Ну посмотри, куда здесь диван-то можно поставить? Ну, а вон там, в уголке, например. Нет, а куда деть ящик с инструментами? Не, Коксик, нет. Я опять к вам. Что ж? Меня тетушка Матильда послала. Она велела вас попросить. Нас? Нет, вообще-то она хотела попросить Енотыча. Но вы же за него сегодня, значит, вас. Так вот, тетушка Матильда жалуется, что дверь в ее кабинете стала скрипеть. Вы бы посмотрели, смазали бы, а? Мы смазали? Ну да, вы же за Енотыча, значит, вы. Смазали. Слушай, Звук, а чем двери смазывают? Так маслом. Двери? Маслом? Это что, как бутерброд, что ли? А где же мы столько масла возьмем? Дверь-то она не маленькая. Так ведь смазывать надо не дверь, а только дверные петли, чтобы они не скрипели, ну, специальным маслом машинным. Ах, петли! А, машинным. Машинное масло. А, вот она.
Зубок, Коксик, это опять я. Выручайте, пожалуйста. Веснушка мне мячик дала поиграть до завтра, а я его случайно вот проколола. Надо бы как-то заклеить. Я забегу попозже, хорошо? Ой, хорошо бы сейчас в мячик поиграть, да, Коксик? Так это, его ж сначала заклеить надо. Надо. Это, кажется, резиновым клеем заплатку. Слушай, Звук, а ты не помнишь, нам еночек, кажется, что-то про парник говорил. Ой, парник, ах да! Он говорил, не забыть про полив в три раза. Еще дыру в правом углу заделать. Ой, а ведь он же еще велел полить все грядки в огороде. Ой, и в доме цветы. Как же мы это все успеем, Зубок? Коксик, я, кажется, понял, почему у еноточа нет дивана. Да, и почему? Да потому что ему лежать-то некогда. Ему даже сидеть некогда. Да, ну, наверное. Может, поэтому он нас двоих за себя одного оставил. Верно. Получается, он один успевает за день столько, сколько нам двоим не успеть. Вот тебе и взрослые. Да. Ну что, все готово, да? Да? Да ничего не готово, Шунь. И вообще, мы, Шунь, еноча подвели. Мы ни с чем справиться не можем. Да мы не понимаем, как это он все успевает делать, а? Не можете справиться? Так давайте я вам помогу, а? А что, Коксик, правда, может, хотя бы втроем сделаем то, что еноч успевает один делать, а? Придется, раз уж мы тут вот за него-то остались. Ну, правильно, раз обещали, надо выполнять. Так, пойдемте сначала к тетушке Матильде, посмотрим, что там с дверью, пойдемте. Подождите, надо с ребятами попрощаться. А, точно. До свидания, мальчики и девочки. До встречи. До свидания, ребята. Время быстро пролетело, утро сказкой прозвенело, улыбнулось облакам, новый день приходит к нам.